19 января Венспилсская городская дума и Государственное агентство занятости подписали договор о привлечении безработных людей к оплачиваемым временным общественным работам. Заключенный договор предусматривает, что в этом году рабочие места будут созданы в нескольких муниципальных учреждениях Венспилса: в коммунальном управлении, социальной службе, Венспилском музее, Управление образования, Центре культуры и в обществе фонда поддержки Венспилсской больницы. В этой программе могут участвовать безработные, которые не получают пособие по безработице, которые зарегистрированы в базе Государственного агентства занятости не менее 6 месяцев, или же которым присвоен статус безработного лица, но не работавшим как минимум 12 месяцев. Государственное агентство занятости ежемесячно будет финансировать 28 рабочих мест, что на 8 мест в месяц больше, чем в прошлом году. Один безработный может участвовать в мероприятии не более 4 месяцев. За отработанный месяц безработный получит 150 евро. Подать заявку можно в Венспилсском филиале Государственного агентства занятости.